Вот так выглядит у нас абсолютный контроль. Здесь мы не работали ни одним нашим гербицидом и не вносили почвенный гербицид. В основном сорняки у нас здесь это щирица, марь. Вот так выглядит марь. Сорняк портулак. По злакам у нас в основном это просто куриные. Вот так зарос наш участок на контроле. Норма высева подсолнечка 59 тысяч семян. Посев 9 мая. Сеялка Гаспар Деметро. Давайте перейдем на делянку, где мы отработали почвенным гербицидом Garda Gold в дозе 4 литра на гектар. Сегодня прошло ровно 105 дней после обработки. Вот так выглядит наш участок. Работали мы перед посевом под культивацию. Норма расхода рабочей жидкости 200 литров на гектар. Прошло 105 дней после обработки. Так выглядит наша делянка. Еще одна технология, экспресс технология. Здесь мы работали 70 дней назад гербицидом экспресс против двудольных сорняков. И через неделю отработали гербицидом Фюзилат Форте в норме 1 литр на гектар. Вот так выглядит наш участок. Против злаковых у нас сработал фюзилат, против двудольных работал экспресс. Сорняков здесь практически уже нету. Вот так экспресс у нас отработал по нашему злостному сорняку. Это молочай ложный. Вначале он его придавил, но не смог его добить полностью. Вот так он сейчас выглядит. Это у нас из венковых. Сейчас покажу вам венок еще. Так выглядит у нас венок. Сегодня 7 дней после обработки. Так отработал у нас трибонурон метил. Вот так выглядит наш гибрид. На этой делянке мы отработали капторы в дозе 1 литр. 7 дней назад. Так выглядит наша делянка. Сорняков практически нету. Так выглядит вьюнок. Он до сих пор не смог отойти. Так выглядит поросянка. Это у нас вот чирица. Уже не видно ее. Просто вьюнок. Так выглядит наша делянка. Так выглядит наш гибрид.
так выглядит наша делянка. Сорняки в основном здесь это были марь, бьюнок, щерица. Но их практически уже не видать. Они у нас все высохли. Это у нас была просянка. Год у нас засушливый. Это у нас вьюнок. Но он уже не конкурент для подсолнечника.